Всем салам алейкум. Короче, новый влог на моем канале, да. Гарри БМС, как вы все знаете. Кто не знает, то, короче, подписывайтесь, потому что как можно не знать, да? Меня выписали. Каких популярных блогеров. Короче, вот этого выписали недавно с больнички. Как раз пока нельзя ему, поэтому мы сегодня пешочком с ним. Да. Но сегодня такой интересный влог. Ну-ка, куда мы идем сегодня? Короче, сегодня контест скейтеров. Мы вот решили, короче, сходить. Жалко, что не у БМСеров. Типа, не знаю, что, да? Почему так? Короче, сейчас сядем на тралик, потому что ехать там далеко, другой конец города. Ну и, короче, все увидите, будет интересно. Так что можно сразу это? Лайк, коммент, да, пишите. Да, коммент. Ну, кто не подписан, короче, подписывайтесь на канал. Все, смотрим, приятного просмотра, погнали. Пару стол туда-сюда сделай. Ждем единицу, едем на девай. Да, так что пока все. Пока приедем, там все закончится. Сейчас поговорим похавать и все и домой, да? Ну тебя потом на почту, ребята. Да, сегодня придут очень крутые детальки, короче, которые я не знаю, блин, я хотел купить все лето. И в итоге лето закончилось, а у меня до сих пор их нету. Ну, не, лето не закончилось, но у Гарика появится что? Что-то, короче, пишите в комментариях, кто догадался. Слушай, здорово. Здорово. Ты сегодня с байком? Да. Хорошо. А мы так. А, так? Этих нету. Мы с Мишей с байком. Так, а что стоите, как раз? Сейчас будем, посмотрим. Я бы понял, что будет. Хорошо, брат, давай. Полетел. Сейчас смотри, сделай. Нормальная ответочка. Не совсем. Удачно. Что-то фотку? Да. Датчик такой снимал, да, снимал. Какая больше понравилась? Волк, да, это да. Надо помадать. Пора. Чего Миша не сегодня не вывозит? Воздух хватает. Ну да, конечно. Чуть-чуть. Я вот этого из копеечка вообще кайф. Здравствуйте. Контент, наконец-то появился контент. Конечно, попадешь. Можешь передать привет маме. Всем привет, мама. Короче, я люблю все. Стресс БМХ. Почему тут не написано Глеб Стресс? Или Гарри БМХ, например? Что? Рекламка. Откуда эти машины здесь? Так это я, привет. А, ты? Да. Гарик, ну ты же богатый. Тогда ты что, на ютубе видишь? Куча бабок зарабатывает. Наши машины. Мы их купили так, чисто, на выставке. Я вот тебе подвеску купил, она подвеску может поднимать. Вот на этом. На языке брать бесплатно, надо поставить в карман. И... Что тебе делать? Да, все-таки байк надо было, наверное, брать. Сейчас бы сыграл то, что с ним. Начнем давать деньги, потом сделать первый, а его уже украли. И ты, и что? Давай, Мишаня, не обосвайся. Да хватит. Чисто, чисто давай. Ты... Давай, ради мамы. На подкате. Стиле. На свой контент. Когда уже будет, а когда я приду к телефону, буду смотреть твои мысли. Да, да. На бабки попал. Чисто Санечка сел. Я думаю... Ну давай, минуты на стену. Так что вот тема. Ты тоже будешь готов, чтобы на стену работать. Размялся, да, для начала? Трахни, сочи, гуляй. Я так не умею.
Я так умею. Ну что там еле-еле делаешь-то? Еще? Я видел. Нет, граньки возможно. Че? Ну лика, прикольно. Ну лика бар, ты ебану. Не ловишь, косарь должен мне. Давай, давай сотку. Сотку давай. Да. Все, договорились. Да нет, я ж бедный. За что? За вип? Я ж... За вип? Да. Нихуя не придумал. Давай для начала сотку. Да сойдет, давай. Главное, бланслайды и ноутбланслайды совершенно считаются. Это правило главное Артема Смигуна. Вы спорите? Да, да. Если он не делает, он не сотку. Если он делает, то я ему сотку. Одну. Ладно, давай две. Я через месяц дам. А то, что у тебя был примерочный. Я что, стал богаче на весотке, что ли? Это примерочный был. Ну ладно, давай еще одну. Еще одну. Да ну! Я ж нищий, пацаны. Это, считай, полная степуха. Да ладно, 200 рублей там, что за что? Чисто просрал 2 сотки. Куда переводить-то? Телефон. Все, перевел, Мишаня. Просто минус 200 рублей с места, вот так вот. Как можно, да? Туго-туго идет. Снимаешь? Да, да, на YouTube. Очередной влог. Скоро выйдет тот влог, который, короче, мы все снимал неделю назад. А это выйдет через неделю. Это мой видеоблог. Да. Давай делай. Давай вон эти бар, по Кате. Друзья, это пятый ежегодный DIY Skate Contest. И мы веселимся на скейте. Присел. Взяли два билета на колесо обозрения, решили прокатиться. Сегодня стоит праздник, праздник, да. Он угощает. Вот так вот и живем, короче. Кайфуем. Мы поднимаемся. Ура! Мы перекусили. Было вкусно. Я не купил сырный соус. Гарик меня угостил сырным соусом. Спасибо тебе, Гарик. Что за мой счет? За твой счет. Сейчас, короче, до конца хаваем, звоним в централик и гоним просто быстро на почту. Города. Другой конец города? Ну да. Гоним на почту. Чао. Короче, на следующий день уже собрал Глеб посылки с почты. Пришел ему какой-то юнитет. Вынос, да? Да. И звезда вот еще с... Какая? Сандой? Сандой.
А, сальф. Короче, звезда сальф. Насчет еще какие там детальки, думаю, у него лежат. А мне пришло вот это вот. Две пеги стресс, короче. То, что я в прошлом видосе говорил, что скоро приобрету. Вот, еще две пеги, короче, вот он не подогнал. Они дома сейчас лежат, потому что, ну, короче, не смог их пока поставить. Вот, так что сейчас скоро будут трюки на пегах, да? Надо будет учить. Лежал я, короче, в больнице. Две недели почти не катался. Еще нельзя кататься. Полтора месяца, но я так решил тихонечко выехать. Можно чуть-чуть покататься. Давайте трючков раздам. Неужели? Неужели? А теперь я. Берем камеру. Да, давай. И снимаем меня. Хорошо. Ого! На. Ну вот! Я бы еще крын добавил, но у меня не купится крын либо. Это как? А барен где? Вот такой точно первый раз. Проблема на проблеме. Что у меня с цепью? Сейчас покажу. Вот она. Просто. Туда-сюда болтается, и из-за этого, если кручу назад, короче, цепляет когорт, и все, и конфлипы не идут. Вот так вот. Поэтому я сегодня без конфлипов. Ну, может, не сегодня, а потому что потом домой поеду, все настрою. Так что, может, еще и поделаю конфлип. Ну, по крайней мере, сейчас. Короче, поставил он эту грифту, сейчас будет добирать бар. Посмотрим, что будет. Вот и все. В чем проблема, правильно? Проблемы нет. Ай, как это криво немножко. Криво, но. Ну, типа увез, сделал. Короче, все, на этом видос подходит к концу. Типа, неплохой вроде видос получился. И контест скейтерский, и вот трюки наши. Пеги наконец-таки свои приобрел, так что. Хлеб написался. Все, скоро пойдет контент, так что. Не забываем подписываться на канал, понятно, дальше да, дело. Ставим колокольчик, чтобы не пропустить видос, потому что еще скоро будет видос, поэтому что, пишем комментарии, ставим лайки. Ну и до скорой встречи. Всем удачи, всем пока.